Друзья, всем привет! Не пропустите! Сегодня состоялся предстартовый запуск нового проекта от админа нашумевших уже Джубика, Дом Блага, Веерок. Сегодня мы начали работать в проекте Pens. То есть это предстарт. Старт будет 20 числа, 20 февраля в 12:00. Здесь будут... Доход здесь гарантируется всем, даже без приглашения. Ну, понятно, что приглашая рефералов, вы увеличите свой доход. Здесь почему? Зарабатывать будут все. Именно ну, тех аккаунты админ ради юмора назвал рабы. Почему рабы? Рабы – это электронные помощники. Им не нужны деньги, их единственная цель – помогать зарабатывать людям. Рабы помогают перейти на следующий стол своему хозяину и участникам, которые стоят в структуре хозяина. Раб не может стоять выше человека, поэтому раб всегда уступает свое место человеку, а сам передвигается на свободное место в структуре своего хозяина, то есть он забивает пустые места. Причем рабов мы можем будем покупать в неограниченном количестве. Для тех, кто не умеет приглашать, это просто бомбовская тема. Вы будете двигаться благодаря рабам спонсора, своим рабам и так далее. Здесь, я же говорю, просто шикарный маркетинг. Это новизна, это просто свежесть. Таких вообще не было маркетингов, и тем более это не матричный. Итак, рассмотрим маркетинг на стоимостью 130 рублей. Второй у нас 390 и третий 1170. Уже на предстарте вы можете купить сразу все три площадки. Итак, 130 рублей. 50 рублей на первый стол, 50 рублей на раба спонсору, то есть вашему приглашенному, кто вас пригласил, и 10 рублей уходит на баланс спонсору, то есть это рефералка, 10 рублей на раба админу и 10 рублей комиссия проекта. Рабы админа помогают перейти на следующий стол всем участникам. С каждых 5 активаций, а вы представляете, это будет тысячи и тысячи активаций, и сколько рабов будет идти в помощь вниз структуры именно только от одного админа. Не от спонсора, а именно от админа проекта. С каждой 5 активаций площадки покупается один раб админа. Стол первый. Матрица 1-2. Два человека. С первого партнера получаем 50 на вывод, со второго 50 переходим в стол 1-4. 4 партнера внизу. С первого партнера 50 на вывод. 150 у нас уходит на стол номер 3. Здесь 1,8. С первых двух партнеров 150, итого 300 получаем на вывод, с остальных 900 на четвертый стол. Завершающий стол номер 4. Матрица 1,16. С первого партнера мы получаем 900 наклонов в первый стол, итого 18 клонов, то это получается за кольцо. Как вы представляете, 18 клонов плюс рабы, которые вы можете покупать в неограниченном, повторюсь, количестве, но начиная с 20 числа. Рабы и клоны будут покупаться дополнительно только после 20 числа. Сейчас вы просто регистрируетесь, даже если нет денег. Здесь расстановка идет по дате активации. Нету денег, просто зарегистрируйтесь, деньги появились, прокупайте. Реферальные уже начисляются сразу, одномоментно. Итак, 18 клонов мы прокупили с первого вставшего. С остальных партнеров по 900 рублей на вывод, итого 13500. В купе всех мы получаем со всех столов 13900 на вывод и 18 новых мест в первом столе, которые, естественно, будут также приносить вам дополнительные доходы. Рабы никогда не сгорают, они постоянно двигаются, перемещаясь. Вот тут классно показано. Вот человек, тут стал раб. Как только его место забивает человек, либо ваш, либо перелив, раб уходит в пустую клетку. Он освобождает место рабочее живому человеку. То же самое происходит во всех остальных площадках. На 390 у нас получается 150 на вывод, 150 на второй стол. Во втором столе 150 на вывод, 450 на третий стол. Третий стол, матрица 1.8, у нас 450 на вывод с двух партнеров, это получается 900, и 2.700 на четвертый стол. Здесь мы получаем с каждого. Вначале мы получаем, естественно, так, 18 клонов у нас уходит в первый стол. И с остальных партнеров по 2700 на вывод. Итого 40500.
со всех столов в купе 41 700 на вывод и 18 новых мест. 18 у вас будет работать в 130 площадке за 130, 390 и, естественно, мы зайдем и на 1170. Вот я пока прокупил на две площадки. Сейчас по мере накопления, естественно, куплю следующую. Итак, здесь у нас получается 450 на первый стол, 450 на раба спонсору, 90 на баланс спонсору, то есть рефералка, 90 на раба админу, 90 комиссия проекта. И то же самое происходит у нас. Только, естественно, опять-таки другие суммы. С первого партнера 450 на вывод, с остальных 1350 на третий стол. Это у нас со второго стола. С третьего стола. С первых двух партнеров 1350 на вывод, итого 2700. С остальных 800 на четвертый стол. В четвертом столе с первого партнера 800, 18 клонов мы прокупили. Прошла закольцовочка. С остальных партнеров 8100 на вывод. Итого 121500. В купе всех столов мы получаем 125100 на вывод и 18 новых мест в первом столе. Друзья, повторяюсь, бомбовский проект, бомбовский. Тут двигаться можно и рабами, и клонами. Кстати, Олег Помазан, под которого мы зашли, ну, это всем знаменитый сетевик. У него всегда все проекты, под которые он идет, работают прекрасно. Кстати, этот админ, как я сказал, тоже очень знаменитый. У него все честно, все прозрачно и все-все прекрасно работает. У Олега всегда большие структуры. Вот, мы только начали. Так, вот команда Олега, 101 участник уже. Итак, повторюсь, ваша задача. Услышали информацию, быстро делаем регистрацию. Нету денег, потом заведете. Главное забить место под солнцем. Основной старт 20 числа в 12 часов. Тогда уже начнутся двигаться и столы, и все остальное. То есть вы уже займете место и понесутся бомбезные движения. Лично я, конечно, буду держать деньги на всех этих рабов, то есть тех аккаунтов, и клоны прокупать. Как советует Олег, покупать клона и покупать раба. То есть чередовать. Клон приносит вам дополнительные деньги, раб вас двигает по движению везде, по всем площадкам. Что первое, если вы купили, во второй, в третий. Какие купили, там вас рабы и будут двигать. Плюс переливы, плюс ваши приглашенные. Нету, значит, покупаем, не выводим, покупаем больше, больше и больше. Чем больше рабов, повторюсь, они не сгорают. Они приносят постоянное движение. И все. И все, проект замечательный. Так что не раздумывайте. Вот уже рефералка начала капать. Заходим, двигаемся. У вас 12 дней в запасе. Тут можно выстроить такие структуры, получить уже на старте такие деньги, что вы просто сами будете в шоке. Друзья, итак, мы приглашаем. Приходите. Все данные будут под моим YouTube-ом. Значит, я, наверное, сделаю еще предварительные чаты, чтобы вас можно было добавлять туда, а затем переводить в чат основной Олега. У Олега есть также чаты и в Скайпе, есть групповые группы, вернее, ВКонтакте, ну и так далее. То есть, где прибомбиться и почитать информацию, очень много. Олег сейчас делает более детальные ролики, он готовит, и, соответственно, затем я выложу его также на свой канал YouTube. Все, друзья, не раздумываем, скоро весна, пора зарабатывать, не за горами и лето. А этот проект поможет заработать всем и очень хорошие деньги. Главное, не жалейте, покупайте больше этих рабов и больше делайте клонов. Также здесь разрешены мульти-аккаунты для тех, кто не может вообще приглашать. То есть вы просто будете вариться в общем котле и получать великолепнейшие доходы. Все, друзья, всем хорошего окончания зимы, больших чеков, прекрасного старта и удачи. Пока-пока.